только сегодня сюрприз от меня. Новое шоу «Стихия огня». А я думала, нас на что-то интересненькое позвали. Подумаешь, так и я могу, даже 100 000 раз лучше. Крики, овации, аплодисменты! Я обожаю эти моменты. Ха! Тоже мне маг недоделанный. Да хватит уже придираться, Аленка. У Саши действительно здорово получается. Да, его мастерство – это тоже магия. А теперь время сюрприза. Вася, давай! Спасибо за чудесный пикник. Как вы здорово все придумали. А твое шоу, Саша, просто замечательное. Да, ты управляешь огнем, как настоящий маг. И как ты так научился? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Все благодаря этой книжке и одной экскурсии. Как-то раз родители отвезли меня в Мышкин. Город сказок и волшебства. Так в брошюре было написано. Вот только мне было так скучно. Ведь я не малыш, чтобы в сказки верить. А потом туристы набежали. Из-за них я и потерял родителей из виду. Искал их, искал. Так на центральную площадь вышел. А там я приметил нарядную палатку. Яркую, словно цирковой шатер. Из нее раздавались музыка и смех. Я тогда еще удивился. Как такое возможно? Радио у них что ли играет? Заглянул внутрь, а там... Сначала я решил, что здесь кино снимают. Но нет. Это была настоящая магия. И кого там только не было. Русалки, гномы. А еще он... Невероятный маг огня! Вы бы видели, как он управлял пламенем. Шух, шух, толпа ликовала. У-у-у! Маг блистал. Я был в восторге. А потом меня увидела какая-то фея. Взмахнула палочкой, и все погрузилось во тьму. Проснулся я на скамейке, где меня и нашли родители. Я им тут же рассказал, что видел. Но они не поверили. Сказали, что все это мне приснилось. Вот только я чувствовал, это был не сон. Мы вернулись домой, но теперь все мои мысли были только об одном. Я хотел стать волшебником. Я искал, искал и, наконец, нашел ее. Книгу. На обложке был тот самый волшебник, а называлась она «Магия огня». Когда ее доставили, я изучил книгу вдоль и поперек, в надежде, что мне откроется тайна настоящей магии. Но это оказались лишь секреты обучения фокусам. Магом я так и не стал, и сам решил, что чудо в Мышкине было лишь сном, и никакой магии нет. Зато умение показывать фокусы сделало меня популярным в школе. Я был объектом восхищения. Казалось, что жизнь моя наладилась. Но тут моего папу перевели по работе в Мышкин. Тот самый городок, где я впервые услышал зов магии. Во мне снова проснулась надежда. А вдруг те события все же были не сном? Приехав в Мышкин, я первым делом побежал на площадь. Шатер был на месте. Подошел ближе, но никакого волшебного мира там не было.
Лишь обыкновенный магазинчик сладостей. Как же я тогда разозлился! А дальше вы знаете. Я решил доказать всем, что никакой магии не существует, и устроил шоу перед школой. Там мы с вами и познакомились. Да я помню все твои фокусы! А я люблю фокусы. Девочки, смотрите! Это же наш преподаватель огненной магии! Да, я ему еще никак не могла зачет сдать. Постойте, постойте! Значит, это действительно настоящий маг? Он существует? Да, Саша, и мы обязательно тебя с ним познакомим. Наверняка ты его самый талантливый ученик, не из магов. Кстати, Саш, может, ты и не маг? Но тортик у тебя волшебный получился. Эй, нам оставь! Да не надо так волноваться! Тут еще много! Аленка!